Глава региона Александр Цыбульский встретился с членами общественной палаты Ненецкого округа. Самые острые проблемы в сфере предпринимательства, образования и здравоохранения обсудили в режиме открытого диалога. В приветственном слове глава региона подчеркнул, что общественная палата – крайне важный орган, благодаря которому можно увидеть проблемы и оперативно на них среагировать. Проблем на встрече было озвучено много. Одна из них касается развития малого и среднего бизнеса. Не раз поднималась история с тем, что 34 рубля, если мне память не изменяет, значит, стоит киловатт электроэнергии. И мы стараемся говорить о том, что нужно развивать село, нужно развивать предпринимательство, создавать там какие-то кейсы, которые можно будет потом тиражировать, некие практики региональные, давать людям, редким людям на самом деле, которые на селе начинают. Если человек в городе на себя берет риски и начинает заниматься предпринимательством, человек, который делает на селе, он герой, ему надо памятный знак вручать сразу. Но с такими тарифами на электроэнергию это делать невозможно. И мы это не раз обсуждали и просили департамент финансов пригласить нас на тарифную комиссию. Александр Цыбульский отметил, округ поддерживает и будет поддерживать предпринимателей. Но для этого нужно не просто субсидировать, а разрабатывать модернизирующие программы. Конечно, у нас есть базовый уровень субсидирования, который надо сохранять, потому что это жизненно необходимые суммы. Но надо какую-то вырабатывать дифференцированную субсидию, которая действительно впрямую должна быть завязана на проекты по модернизации, по энергосбережению. Также на встрече были затронуты вопросы, касающиеся сферы образования и здравоохранения. Как отметила председатель общественной палаты Ольга Малыгина, фронт работы у общественников большой. Есть цели и задачи, решать которые предстоит во взаимодействии с органами власти. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».